Ничего! Ничего! Это вышло случайно! Отвечаю! Случайно? Пинают отчаянно! Да хорэ! Мы же с вами друзья! А это уже под вопросом. Гоните на меня из-за ерунды! Ты почитала книгу? Я думала, это комикс. Без картинок. Очень скучный комикс. Я знала, что от ботанок можно задуматься обхватить. Эй, пацаны! Ты ничего не попутал, колобок камикадзе? Мы вообще-то леди. Ага. Прикольный прикол. Или вы не пошутили? Ты чё, из зоопарка сбежал? Да вроде нет. Странно, а доходит до тебя все как до жирафа. Так что надо? Булка на ножках. Вы это, девушку мою похищали. Это плохо. Не знаю, нам было норм. Не делайте так больше, ясно? Слышь, жирный, поезд пассажирный, ты у нас наезжаешь или чё? Я вас предупреждаю, девочек я не бью, но на груши вы боксерские похожи. Боже какой, ну ничего, сейчас мы это исправим. Не подведите любимки. Чего, ну что ли, чё, получи, я не указал. Помогите, пожалуйста, мне эти девочки обижают. Они злые и противные. Какие нехорошие девочки. Сейчас я с ними поговорю, не бойся. А ну пошли отсюда, бестолковые! Пока ремня не всыпала каждой! Валим. И все как. Спасибо вам, тетя. Одним спасибо, ты пухлый, не отделаешься. Что? Так-то лучше, есть чем мою кроху порадовать. Ну это же мое. Тебе для зитетки жалко. Здоровый лоб неблагодарный ушел с глаз моих. Сыночка, выходи. Мама тебе вкусняшек принесла. Какой кошмар. У меня так мало косметики. Эй, Фифа, есть разговор. Во-первых, я не Фифа. А во-вторых, что такое Фифа? Ну, тип красиво. Забудь, что было во-первых. Я тебя внимательно слушаю. Короче, мне тут понравилась одна чикса, но она постоянно морозится. Она что, Эльза из Холодного Сердца? Чё? Не, ей просто нравятся умные. А я не догоняю, как таким стать. Это же очень легко. Реально? Конечно. Все умные носят очки. И чем очки больше, тем человек умнее. Точно. Спасибо. Обращайся. И что на этот раз? Я теперь умный. Хорошая сутка. Я бы посмеялась, но не смешно. Вишечки? Их даже закрытыми глазами видно. Это значит, что у меня есть мозги. Теоретически, они у тебя и так были. Наверное.
Так мы и будем мутить? Нет. Да почему? Я цирк не люблю. Э? И с клоунами не встречаюсь. Скука. Ага. Даже погонять некого. Ни голубей, ни зубрил. Может, поплюемся в бутылке? Идея огонь. Так, ну слюна у нас есть. Так, осталось только раздобыть бутылочки. Нужно надеть подштанники из собачьей шерсти. Это что за городская сумасшедшая? Весна пришла, кукуха улетела. И снег растаял, чердак затопил. Вы что тут воздух сотрясаете, бездельники? Чё тебе надо, мамаша? Как ты со мной разговариваешь, грубиян малолетний? Как хотим, так базарим. Не нравится, катись колбаской. Ну я вас научу уважать старших. Напугала ежа иголкой. О, здорово! Ты где был? На нас эта полоумная напала! Да увидел подлую! Хотел бы присануть немного нам на семки газировку. Кайф! Ирка! Да это пакет оказался, прикинь! Ты кротярой кидала! Ничего не кидала! Если эта тетка еще раз будет к вам лезть, я с ней разберусь. Ловлю тебя на слове, братан! Мерзкие детишки, вы где? Я нашла для вас хорошие аргументы для извинения. Твой выход, чил. Чил? Он снова слинял. Надо было его за язык ловить, а не за слово. Кукусики. Каемся. Эй, зубрилка дубинка, путь суды. Вам надо, вы подходите. Она дерзит. Чем мы не спросим за это? Смелая такая, да? Очевидно, что такая черта характера мне присуща. Чё? Просто порой буквы иногда складываются слова, а слова в предложения. Когда-нибудь разберетесь. Ты нас сейчас тупыми назвала? Нет, ты сама это сказала. Ты берега попутала? Сама ты тупая! Да она гонит на меня! Не гони на нее! Я лишь констатирую факты, не более. Ты лучше поясни нам за свой прикид. С радостью. Но сначала... Ваша претензия насчет моего внешнего вида и все актуально? Или вы хотите пересмотреть свою жалобу и подать ее позже? Как хотим, так и одеваемся. Никто не запрещал. Пристал еще к нам.
А ты ничего. И ты ничего. А ты мега ничего. А ты мега супер ничего. А ты мега супер дупер ничего. А ты мега супер вупер дупер ничего. Вот это романтика. В натуре как Ромео и Джульетта. Гомути. Ну гол. А на что ты готов ради меня? Ну я типа готов прорыгать твое имя. Натуре красава. Хотя это так мило. Могу еще твой портрет ручкой себе на груди нарисовать. Ничего себе. Стоп. А почему ручкой, а не обычная тату? Ты знаешь, как это больно? Да ну нафиг. Елисей, мальчик мой, ну где же ты? Снова эта бабайка прилетела. И кто этот Елисей? Такое дурацкое имя. Самое отстойное, которое только слышал. Елисей, вот ты где! Я везде тебя ищу! Чего? Рыгун, о чем это она? Сам ты рыгун, пердун, неотесанный. А это мой сынуля Елисей. Ну, ма! Не спорь, вдруг заболеешь. Так ведь теплее. Да. А я тебе молочко принесла. Знаю, как ты его любишь. Без пенки? Обожаю. Вот и пей, моя кроха. Дома тебя еще и супчик ждет. Что происходит? Это чудовище забрало нашего другана. Мне страшно. Любовь зла. Полюбишь и маменькиного сынка. Ты что сказала? Ничего, ничего. Странно. А доходь до... Да-да. Ага. Да. Так, осталось... Нет, браво! Вообще нормально. Если эта тетка еще раз к вам хочет поднести, не осниму. Ха-ха-ха!